Добрейшего всем времени суток. Сейчас я буду готовить салатик такой на ужин. Хочу поделиться. Очень питательный, легкий, и потом можно насытиться и не набрать лишних калорий. Здесь, значит, у меня капуста пекинская, можно белокочанную, тоненько так порезать. Затем огурец свежий. Здесь у меня два небольших огурчика и два яйца вареных. Зеленый лук, укроп. Сейчас все это соединю, присолю немного, может быть, перец добавлю по вкусу, посмотрю. И буду добавлять кефир. Вот, не весь, конечно, вот этот стакан. Я посмотрю, сколько сюда потребуется. А остальное, конечно, можно выпить. Так что вот такой вот салатик, легкий и вкусный, на ужин очень даже хорошо подойдет. Да, кефира ушел весь стакан. Вот такая порция у меня получилась. Я уже положила на тарелочку и добавила помидоры маленькие черри. Я вообще такая помидорная душа, я их очень люблю. Ну и приятного аппетита!